Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 433 упражнение. Прочитаем задание. Спешите, вставляя подходящие по смыслу местоимения. Подчеркните их, а также слова, вместо которых употреблены эти местоимения. Обозначьте падеж выделенных и вставленных местоимений. Я услыхал сегодня первый гром, он в полдень прогремел из тучки малой. Я именительный падеж, он именительный падеж. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Я именительный, к тебе дательный, оно именительный. Светла, как детский взор река, и ветви ив склонились к ней. К ней дательный падеж. Все чаще снится мне мой корабельный бор, в нагорной вышине раскинул он шатер. Мне дательный падеж, он именительный падеж. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.